Доброе утро, друзья. У нас с каждым утром все холоднее и холоднее. Если я раньше выезжала, было где-то 13-14 градусов, то сегодня 9-8. Что за дубак такой? Как в ТикТоке все говорят, многие. Испания сломалась. Точно, наверное. Да, Чарлис? Испания сломалась. Сквозняк здесь дует. Вот, пойдем мы на работу. Так вот посмотришь. Вы, наверное, смотрите на всякие эти апельсины и скажете, так тепло, так хорошо. Ни хрена не хорошо, ни хрена не тепло. Мы к такому дубаю не привыкли. Дому дубаю, на улице дубаю. Ну ничего, скоро февраль, все закончится. Что когда вот этот мужчина свалит оттуда, потому что Чарли на него будет гавкать. Да? Смотрите, где апельсины. Я такая затейница. Сейчас вам все расскажу, покажу. Во-первых, я сейчас буду хлеб делать. Закончился для тоста. Купила муки для этой цели. Вот обычно. И вот купила вот такой вот дефуэрсом. В общем, типа оно более богато протеином. И с этой мукой, я не знаю, как ее назвать, в общем, все лучше поднимается, и все становится красивее и пышнее, скажем так. Блин, ну я поехала за маслом, и что вы думаете, правильно, вернулась без масла сливочного. Я хочу сделать в двойной порции, потому что я вчера мало того, что сделала, пироженки вот такие, помните, это у меня... Что-то я сидела опять в полодиннадцатого, смонтировала и думаю, что-то мне хочется что-то сотворить. У меня давно этот рецепт был. Пирожное, персик. Ну и такая думаю, пойду сотворю. И все. Сделала вчера пирожное вот такое. Сейчас я его обмакну в свекольный сок. Я полпорции делала. И, знаете, там морковный нужен, но я в апельсиновый обмакну, будет вкуснее. А из внутренности хочу сделать картошку. Ну, типа это, сладкая картошка, да? В общем, пипец. А еще, думаю, что же я буду делать это? Тесто для хлеба, а из него очень классные жареные пирожки получаются. Ну, я забацала картошку, сварила вчера тоже на ночь. С луком все дела, сейчас попробую. Я даже вчера не пробовала, блин, как я люблю картошку вареную с луком жареным. Это просто вкуснота нереальная. Как вкусно. В общем, вот так. И поехала сейчас за маслом и за мукой. Но муку привезла, а вот масло... У меня тут есть немножко, не знаю, хватит, не хватит. В общем, трындец. Вот выжил апельсиновый, свекольный, сахарок добавила. Сейчас процесс будет такой вот у меня. Ну, смотрите, какая красота. Они сейчас еще пропитаются, просохнут. Кстати, Танюша, это тебе. Возьми на вооружение. Еще тебе один рецепт подгоню. Я, кстати, сегодня одну штучку без всего попробовала. Они нереально вкусные. Так, теперь из свеклы мы делаем салат. Ну, а сахар с чаем попьется. Подумаешь, там немного этого будет. Чего? Свекольного сока. Так, я ж тут покупки... Поехал, называется, за этим. За мукой. Я тут еще кучу всего купила. Яйца, салфетки у меня там закончились.
Так. Мужу вот такие печеньки. Они, кстати, изменились. Коробка, по-моему, меньше стала. Да, смотрите, в два раза. А стоить стали дороже. Здесь 300 грамм. Ой, не понял. Здесь 300 грамм, а здесь 360. Они, наверное, уложили покрасивее, потому что я смотрю, там коробку уменьшили. А, они, видите, раньше они были хаотично там сложены, а это... Ну, коробка, конечно, меньше. Я использую для хранения сыпучих круп разных. Вот тут у меня... Ну, потому что очень удобно, здесь дырочки, и все в них видно. Ну, ладно. Так, пол ананаса купила. Сейчас порежу. У кассы стояла, а он так на меня смотрел. Думаю, ну, что ты на меня смотришь? Так, обычную муку взяла. Вот, потому что я уже все израсходовала. Остричный соус. Я вчера вот баклажаны сделала, они нереально вкусные. Я вам рецепт обязательно сниму. Два баклажана обычных, потому что те у меня необычные. Это тоже подружка один рецепт мне подкинула. Сосиски вот эти я очень люблю. Ну, мы их любим. Конечно, мы их едим раз в год. Но они долгоиграющие, наверное. До какого числа-то они? Что-то я не пойму, до какого числа. Это с сыром. В общем, нормально. И для Чарли вкусняшки. И все. Ну и средства гигиены. Так, что у меня тут с Сапарой? Сейчас холодно все, но так как робот все подогревает, не знаю, Чарли на крыше или где. Нет, не на крыше. Не на крыше. Ну что, салат. Салат нужно делать. В общем, буду рутиной заниматься. Готовить. Обожаю готовить. Вот представляете, вчера ночью, 10:30. Лежу, никому не мешаю. Бац, говорю, пойду пирожные сделаю. И сделала. Так мне теперь еще и картошку делать. Надо посмотреть рецепт, что туда входит. Вот. Еще не нашла пирожная картошка, который рецепт, чтобы был хороший. Надо поискать. Ну, а пока у меня будет подходить тесто, я его, знаете, где будет, чтобы оно мне подходило, что я ему сделала? Вообще надо духовку на 50 грамм разогреваешь, и вот она там стоит. Но она стоит у меня на улице, она быстро у меня... замерзнет. Я, короче, вот тут включила это. Ой, как тут тепло. Сюда поставлю тесто, накрою все вот это пледиком. Ну, естественно, пленкой сначала, пледиком. И думаю, что там оно у меня подойдет. Да, мое счастье. У меня, кстати, сегодня по планам, что кое-что еще есть. Так что, кто не подписан, будьте добры, подпишитесь. Вам это не составит никакого труда. Поставить лайк и колокольчик, чтобы приходило оповещание. И мы будем рады, и вы, и я. Я так думаю. Вот такой бардак у меня. Смотрите. Жесть. Я если для теста что-то не приготовлю, вот так не достану, то я потом просто могу что-нибудь забыть. Поэтому вот я, видите, тут муку уже с солью приготовила. Сколько мне надо масла. Кстати, масла мне не хватает ровно 3 грамма. Но я думаю, что это ничего страшного. И вот яйцо туда нужно. Еще желток. Полтора желтка. Ну, два за это. Запихаю, ничего, думаю, страшно. Боже, какие они красивые. Таня, делай. Кстати, чай я буду пить вот с таким печеньем. А, муж вчера принес, говорит, смотри, какой прикольный. А, это вот так. Представляете? Он был в это, ну, за хлебом заходил. Кстати, я ему тут делаю омлет с картошкой. Вот. И говорит, вот, печеньку тебе принес. Вот что делаешь, а? Все есть. Вода, еда.
Что делаешь? Прогуливаться я сегодня буду по магазинам. Штаны отнесу, которые в Манго брала, наконец-то. И пойду в русский зайду, посмотрю. Точнее, не посмотрю, захотелось мне крылышек копченых. Ну, крылышком еще что-нибудь захвачу, это 100%. Вот. Так что Чарли сегодня дома остался. Ну, ничего страшного. Отдохнет. Полежит. Он, в принципе, на кровати лег. И даже не пошел ничего, не провожать меня, ничего. Вот. Что-то еще хотелось сделать. Ну, не помню. Так что вот так. Надеюсь, магазины уже открылись. Они, по-моему, по 6 открываются, если я не ошибаюсь. Хотя сейчас хрен узнает, во сколько открываются, во сколько закрываются. У нас сегодня, читаю, в пятницу опять будут собираться, ну, там, эти главнокомандующие будут нам, наверное, ужесточать меры. Потому что у нас все вверх растет, все вверх. В общем, наверное, нас опять периметрально закроют. Ну, то есть из своего города нельзя даже в... По газете испанской прочитала, что в Соловрине, где я работаю, просит своих жителей оставаться дома и выходить только, ну вот, по мере необходимости. Кстати, маска новогодняя и пахнет едой. Ну чё? Чё, теперь её выбрасывать, что ли? Мне кажется, что в следующем году она уже не понадобится, дай бог. Поэтому буду, как говорится, это в этом году ходить, донашивать. Все, вернула. Раньше пакеты они себе оставляли. Ой, а что, все закрыто, что не пойму? Что-то никого нету-то. Вот. А сейчас эти пакеты они даже не берут. Все приходится самой им доставать. Вот, из пакета. И, в общем, с этим пакетом. Хотя бы мусорку можно выбросить, но мне, я думаю, он еще пригодится, потому что выбросить всегда успею. Загляделась. Чуть никого нету, рано. Видите, вы говорите, время 5:30, никого нету. Сиеста, все спят. Или замерзли. Здесь вот румынский магазин. А я иду к Кристине. Она ходит, уже бродит. Сейчас вам поснимаю продукты ее. Ей, наверное, свет дали, посмотрим. А то у нее света не было еще. Теремок называется. Так интересно читать по-русски. А вот ее режим работы. Я как всегда с камерой. А то меня там спрашивали, какой у тебя это режим работы. Смотреть буду, что у нее тут есть. Мастила. Смотрите даже, что у меня тут есть. Матрешки, иконы. Какие-то свистки. Вот, в общем, что-то тут как в Париже. Я так через камеру посмотрю, и потом не понимаю, что мне надо. Сырочки. Сырочки, сырочки. А сырочки у тебя почем? Паста. Ага, они как это, как идут, как паста, да? Не паста, это, господи. Тульский пряник. Насмотришься всякого ТикТока, Ютуба, блин, и все хочется. Так, короче, я вот выбрала, знаете, что беру? Это вот сказали чернослив в шоколаде. А это курага в шоколаде. А это я еще хочу халвы. Я ее никогда не любила. Но, наверное, полюбила. А вот это еще чернослив. Там еще что-то в ней есть. А вот смотрите, воздушный. Это, наверное, как-то... Короче, что? Вот это тоже вкусное. Мне сестра привозила с России.
Так, этих, наверное, еще надо парочку взять. О, к чаю какая вкуснятина. Ну, у тебя как это, даже это, прокладки есть. На всякий случай. Ну, вообще, тут как в этом, в Париже. А это что такое? Чуть за сисечки. Это антистресс. Господи. О, и правда антистресс. Ой, какие они мягонькие. Ой, чего только нету, а. Посмотрите, меня не заблокируют за такое видео. Ну, пипец. Я сегодня нашла, что зефир это можно худеющим, представляете? Ой, а вот эта коробка большая, почем она? 2,80. То это вот 2,80. Смотрите, какая приличная коробка и всего 2,80. Надо взять, раз из можно для похудения. Раз 2,80. Ну что, отоварилась, друзья. Вот. Сейчас приду домой, покажу вам. Как и знала. Мой хлебушек, он немного у меня загорел. Ну, нормально, сгодится. Я забыла про него. Поставила на 40 минут. Надо потом было его, потому что без света он выглядит, короче, нормальный. А это вот в русском купила. Зефир. Опять начинается борьба с тарелками. Что ты с ними воюешь? Ешь и пей. Вот, зефирчик взяла. Выглядит очень даже неплохо. Не, ну ты посмотри на него. Куда ты эту тарелку тащишь? И взяла крылышки. Ты мне крылышки приставил. Они завтра уже просрачиваются. Но я их завтра две штуки съем, а остальные заморожу. Так что ничего страшного. Кушать вот так он. Протестует, потом кушает. Какая прелесть. Кристина такая мне. А, и вот конфетки взяла. Такая говорит, пельмени, говорит, хочешь? Я говорю, пельмени. Я тебе говорю, сама такие налеплю. Она что-то там, а это хочешь? А крем, говорит, готовый. Ну, готовые вот эти вот для тортов. Или для тортов, как там, для тортов, для тортов. Я говорю, я тебе такой крем забацаю. Пальчики оближешь. Она говорит, ну а этот дешевле выйдет. Я говорю, так там и химии сколько. Такая хожу, смотрю, там всякие, знаете, шоколадки, всякие печеньки всякие там. А я такая смотрю, думаю, блин, я только пирожные сегодня наделала. Говорю, да это сладкое уже. Чё смотрю, она стоит, смеется. Говорю, у тебя есть это, какой-нибудь чернослив в шоколаде? Я вот, знаете, когда в Альпухару мы ездили, да еще с родственниками, и заезжали там на это, на шоколадную фабрику. Я там брала вот сухофрукты в шоколаде. Кстати, надо, может быть, организовать туда поездочку, если нас, конечно, не закроют на днях. И там такие вкусные, вот знаете, чернослив в шоколаде. Там шоколад был настоящий, такой вот вкуснячий. Все мысли только о еде. Ну, даже Чарли ест, что вы хотите. Вот, и курага, там такие вкусняшки были. Не знаю, как здесь. Вот курага. А, это конфеты с черносливом. И вот какой-то еще взяла вот этот. Тоже с черносливом. И вот две халвычки. Раньше халву терпеть ненавидела, представляете? К чаю. У меня вот тут вот мой... Мои вкусняшки, там их уже столько, что у меня ничего не помещается. Я все беру, беру, а ем. Ну, зефир, смотрите, даже если в подарок, стоит 2,80 на агаре со вкусом ванили. 2,80. Мне кажется, очень презентабельно. Вкусно пахнет. Короче, тоже туда. Тоже сюда. Приходите в мой дом. Мои двери открыты, буду чаем поить и зефиром угощать. Да. А завтра буду делать... Ох, как тесто вздулось. Смотрите, как тесто даже в холодильнике. Оно было маленькое, а вот вздулось. Пирожки с картошкой.
завтра будет у меня... нет, у меня на обед будут крылышки и нут. Покажу вам рецепт, как я делаю нут. Хлебушек какой. Ой, пахнет как нереально. А еще кое-что купила. Сейчас покажу. Так как я себе сейчас крашу только вот, ну, под глазами, да, там себе подмазываю, замазать синяки темные под глазами и все такое. В общем, тоналкой не пользуюсь, только вот в этой части, вот под глазами. Значит, я под глазами пользуюсь, знаете, чем? Вот это купила, вот эти вот я вам показывала от Дейбуря. Мне прикольно, нравится, и все, и мажет как, и все, но, наверное, оно быстро заканчивается. Я так думаю. И вот, чтобы все это закрепить, почти еще немного, а то такая грязная уже. Пользовалась вот такими этими, пользуюсь. Это пудра бесцветная, вот от Кико. Что тут такое прилипло у меня? Непрезентабельно. И мне она очень нравилась. Такая шелковистая. Видите, там уже осталось кот-то маленько. И мне она очень нравится, как вставляет кожу. И вот сейчас в Кико зашла, купила тоже вот такие вот пудра, бесцветная пудра. Но уже не захотела. Ее просто неудобно набирать. Приходится набирать вот такой кисточкой. То много, то мало, и не поймешь как. Вот. И я хотела попробовать вот такую. Смотрите, какая она классная такая на ощупь. И вот, видите, тоже прозрачная. Это я уже пробовала. Странно, что здесь, знаете, что не было. Обычно всегда кладут такая пленка прозрачная, а тут что-то ее не было. Ну, видно было, что новое. Так что на такт вроде бы нормально. Она типа как побелка, но потом она кожа становится тоже такая, знаете, шелковистая. Ну, что-то вот это, по-моему... Хотя, не знаю, это же компактная. А мы сейчас посмотрим по граммам. Здесь сколько? 13,5 грамм. А здесь, ну, конечно, здесь в два раза больше. А стоит это 11 евро, 10,49, а это, по-моему, 13. Ну, посмотрю, короче. Но это и расходуется больше. Поэтому посмотрим. Ну, такая коробочка интересная, классная. В общем, вот такие вот у меня покупки. Косметика моя. Там я. Пошла я умываться, друзья. Купаться. У меня там еще яйцо вареное есть. Съем яйцо вареное на ужин. И усе. И всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока.